при создании различных устройств зачастую требуется, чтобы на приборе имелся индикатор напряжения, например, для контроля за состоянием заряжаемой батареи. И очень хочется, чтобы цвет индикатора подходил под цвет корпуса прибора или он выполнял какие-либо дополнительные функции. Встраиваемый цифровой вольтметр SVH001UW10 создан для решения именно таких задач. По своим техническим характеристикам это, можно сказать, непримечательный модуль. Напряжение питания от 6 до 20 вольт. Диапазон измеряемых напряжений от 0 до 9,99 вольта. Дискретность измерения 0,01 вольта. Погрешность 2%. Потребляемый ток 50 мА. Однако его основной особенностью является довольно редкий белый цвет индикатора. Это позволяет использовать его как в целях стилизации прибора, так и для локальной подсветки, например, в мотоциклетном ремкомплекте, потому как данный модуль позволяет запитывать его от измеряемого напряжения. Также необходимо отметить, что данный модуль идеально подходит для использования совместно с модулем регулируемого стабилизатора напряжения ЕК-2596.